Друзья, всем привет! Здравствуйте, добро пожаловать на канал Анны Ракаевой. Сейчас лето, и я решила сделать себе каникулы и отдохнуть немножко от Инстаграма. И вообще от всех соцсетей. Я думаю, что мои дорогие подписчики уже давным-давно заметили, куда же я пропала. А я вот где, я на островах, я на море, ведь я живу где? Возле морей, я живу в Стамбуле, в городе души, где море так и плещет со всех берегов. Поэтому сегодня я вам покажу еще один пляж, который находится рядом со Стамбулом. Если вам интересно, оставайтесь со мной тогда. Друзья, этот пляж находится на острове Канелеада. Если вы помните, остров Канелеада – это первый остров от Стамбула. О нем уже много рассказано, но я вам сейчас расскажу самое главное. Добраться вы сюда можете на Турйоле. Это частный кораблик, который стоит 7,5 лир. Либо же вы можете доехать на государственном большом вапуре. Он стоит намного дешевле. Остановка Канелеада. Друзья, пляж называется... Приплыть можно на этот пляж. Да, да, вы не ошиблись. Приплыть на кораблике вон таком. Либо же вы можете пешком пройти где-то полчасика от причала, куда приходит непосредственно сам Турйол или непосредственно сам вапурчик государственный. Сейчас вам покажу, какой пляж. Водичка вот такая. В принципе, водичка чистая, но иногда приплывают водоросли. Но здесь часто чистят несколько раз прям в день. Берег, вы видите, камешки. Вон моя мамочка там тоже купается. Вокруг все зелено. Вокруг все красиво. Глубоко достаточно. И вот такая вокруг зелень. Пальмочки и так далее. Теперь самое главное. Самое главное то, что на острове Канелеада, на пляже Комос, цена следующая. Вы можете позвонить по этому номеру, вот внизу вы видите, и узнать цену, да, на все. А можете послушать меня. Цена 25 лир на сегодняшний день. Но если у вас будет большая группа, допустим, как у нас было 4 человека, да, и маленький ребенок, вам могут сделать скидку, если вы будете торговаться. То есть человека 20 лир. Вы можете сравнить цены, допустим, с другими пляжами. На Буюк-Аде можно найти цену 40, 45 и даже знаю 60. Можно, конечно, и дешевле найти. Здесь, конечно, знаете, чего вы не найдете? Ой, какая вкуснятина скоро будет. Это же инжир, ребята. Здесь вы не найдете такого супер-мега-фэшн развлечения, типа клубного. Здесь достаточно все тихо, чисто, красиво, шезлонги, за вами поухаживают, хорошие зонтики. Ну, здесь внизу нету кафе либо ресторана, где вам могут приносить пиво, напитки разные. Вы можете подняться наверх, где я вам начала снимать видео непосредственно. Я вам тоже сейчас туда выше немножко поднимусь и покажу, какой там красивый вид. А так приходят здесь со своим, как мы, с термосом, вон, с такой сумочкой. Вот, приходят, либо же приезжают. Как вам удобно, вы так и выбираете. Вы какая бабочка красивая. Мы с вами сейчас поднимаемся наверх с пляжа. Хочу вам показать, какая красота, но если бы действительно здесь вложили денежку, вы сами понимаете, наверное, бы пляж не стоил 20 лир, а стоил бы все 60. Ой, какая красавица сидит.
наблюдает. Вот как я вам и сказала, здесь абсолютно вы не сможете ни пивка попить, ни кока-колки. Обычно здесь расположен бассейн, как нам рассказали, но сейчас его нету. И вот такой туалет. Туалеты желают оставлять лучшего. Вот, видите. Но природа красивая. Дорогие друзья, на этом я буду заканчивать свое прикольное летнее видео. Напоминаю, что пляж находится на острове Кнелада. Это первый пляж, который манит вас. Итак, если вы приехали в Стамбул, не печальтесь. Здесь есть пляжи, здесь можно покупаться. Пожалуйста. Увидимся в следующих видео. С вами была Анна Ракаева.